Блин, давайте быстрее. Девушка, здравствуйте. Мы тут стали свидетелями аварии. По улице Свердлова едет машина, она полностью вся разбита. Toyota Corolla сера. Toyota Corolla серого цвета, номера на Добрынинск. 152. ЕК 76. На Добрынинском мосту в автобус ехала. Город Ярославль, да-да-да. Спасибо, давайте. Да, давайте, девушка. Сейчас висит, нет. Мужчина, мы стали очевидцами аварии. По улице Свердлова едет машина Toyota Corolla серого цвета. Номер у него В-152 ЕК. Она и пассажир, я не знаю, там один водитель, я так понимаю, вся машина разбита, весь жопа сзади, вся часть, все за ней волокется, она едет, не останавливается на очень большой скорости. И вот мы вам звоним, боимся, что примите какие-нибудь меры, она может еще просто кого-то сбить. Конечно, или еще поучаствовать. На Добрынинском мосту в автобус ехала, наверное. Эта машина, она в... Нет, она на Добрынинском мосту ехала и с очень большой скоростью въехала в автобус и поехала дальше, не останавливаясь, ничего. И вот мы за ней сейчас следуем, она вот по улице Свердлова едет. На красный ебашит. На красный прямо едет. Вот, вот, все, опять въехал, блядь. Еще чуть-чуть куда-то въехала, и она едет вообще без остановки. Просто водитель, видимо, невменяемый или что-то там. Дима, сейчас по какой она улице поехала? Сейчас по Свердлова, сейчас не знаю, куда по она свернула. По Свердлова прямо она поехала, вот там... У Толбухина, где-то у Толбухина сейчас. Где-то у Толбухина, мы просто остановились на красном и потеряли пока ее из вида. Я сейчас за ним не поеду, сейчас к этому, к Субарику подъеду. Да-да-да. Сейчас мы тут проедем чуть-чуть, если мы ее увидим, я вам позвоню снова. И вам вообще по какому? Мы не заняты. Прижаться, остановить. Водитель Приора 794. Право прижаться, остановить. Начал на требование не останавливается Приора. Вольги 794. Водитель Приора. Идем право так за Никитой. Поворачиваем на Октябрьский в сторону Партизан. Двигаемся. Право прижаться, остановиться. Водитель Приора. Говори, по Октябрьскому в сторону Партизана. Право прижимаемся, останавливаемся. Останавливаемся.
первую. По трассе идут, по трассе пока на тебя идут. Выходи. А его нет. Дай перешок. Двигаемся по Октябрьской стороне. Водитель приора останавливается! Что ты тормозишь?
Подождите, товарищ, идем при приложении, получается, в сторону Крыла, мосты на поворот. Ну, я приятный был. Пусть напарник 742 выйдет, тихо едет все равно. Заходи! Поперли. Он меня увидел, видишь? Солнце тебя увидит. Ну ладно. Давай, смотри, смотри, что пассажир там не выпрыгнул. Всем сорок семь, как слышишь экипажи? Я слышу, это уже три жители прикрыли, наверное, по этому городу. Скорее всего, в Чивью пойдет. А вы знаете, что вы выходите, получается, в Астрахово, без моря. А в Вот Сыктывкара, на полях.